Так, мы где потеряем? Какой картинка? И чё, два топ-1 подряд, и чё мне бы, блядь, серого волка дал кто-нибудь хоть, а? Суки. В предыдущем-то ладно, ты убил, но, блядь, в этом-то я убил. Какого хуя? Где это? Так. Вторую? Черт потребует, тот и тот. А, у меня этот скин уже есть. Нахуй не дали. Два. Нахуй. Ты на торговой площадке не можешь продать? Так не могу. Прям правой кнопкой, если ты можешь продать на торговой площадке. А я думал, это ящик с баблом, а это, блядь, сумка с баблом. Где-то наверху стволешка что-то. Заебись, блядь, ну как так он быстро дошел? Кайф, да? Сейчас он собирает там мое добро. Прыгай, у меня вот здесь вон красный ящик вот тут есть. Он ушел. Здесь есть красный ящик, пойдем в районе моста, я тебе открою, у меня бизон как раз. Я видел, видел, только вон он бежит уже в доме, вот здесь, вот, вот у этого дома. Сейчас я еще пистолет возьму. Стой сюда куда-то, стоп. Вон он, в этот дом зашел. На второй этаж идет. Точно? Да, вон на крыше, на крыше. А. Заложник. Их там что, двое или что, я не понимаю. Или это тот же спустился? А, ты из бизона забрал патроны, да? Да. Ты из бизона забрал патроны. Все, угомонись. Дура, блядь. Там броньки нигде не было? Хотя бы такой, половины броньки. Там где-то на втором этаже, да, была где-то. На резервуарах оба. Мне просто без брони вообще никакого гешефта с ними стреляться. Ты понимаешь? Андрюх! А где я видел ящик? Я видел ящик. Синий где-то. Вон там, все, я понял. Сумка с деньгами. Ящик синий, в ящике бронька, вот прям смотри. Да? Ага, нож нахуй. Пойду зарежусь. Пошли на резервуар. Или на этот пойдем. Маяк. Давай я заложник отнесу, там этих разъебу. Ну у меня тоже заложник, но, блядь, не факт же, что ты его донесешь. Блядь, все, зона. А, не зона. Разъебун. Он турель-то по той стороне не получится. Получится-то получится, только, блядь. В район замка. Так, все, там далековато, блядь. Не знаю, получится или не получится. Самое главное вовремя ускориться. Побежал, блядь. Короче, шляпа полная. 3500 я могу. Донес этого и заказал шприцы, то же самое вышло. Чё тебе по деньгам? А, у тебя бизон же? Да. На, тебе пригодится больше, чем мне. Молодой. Тише, молодой.
А, вон же еще патрон. А, получил. Не надо, мне так 60 хп. А я-то что, я тебе один снял. Так, так, чё и чё? Замок, хуё-моё. Там город встретим, я не знаю, хочешь город встретим. Ты можешь по-любому выходить на мост. Там полгорода уже закрыто. А он, наверное, с этой стороны выйдет. С той стороны моста, наверное, выйдет. Город уже и так весь закрыт. Вон, бери, я помню. Не получилось так, как бы... Бери, я полный, я понял. На нахуй. Ха-ха-ха, не долетел, блядь. Та ситуация, когда я, блядь, не стал прыгать. Пусть у меня хоть там вся моя диаспора выжила. Там еще патроны внизу. Живой вообще, что там, куда летит? Ага. Сейчас к нему будет опять прыгать, вон он. На мост побежал со щитом. Да блядь, ебаный бежон. Six enemies remaining. Ой, а у нас тут еще один с тобой внизу. Или что это? Или это перделка? Или это у нас с тобой? У нас с тобой, да, где-то здесь? Я боюсь, Андрюш. Подо мной где-то шлепает этот. Да? Значит, он там, в этом, на выходе из... Че, пацаны, хуёво, да? Бля, только шарнулся этот пидорас. Сейчас он... Справа дроп. Где этот? Дроп. Пойдем на дроп. Или давай отойдем. О, плетка, бля, заебись. У тебя муха была? Не, бизон. Был. Я понял, в том числе и мой бизон. Ну-ка выйди оттуда, да? Заебись еще. Да, давай на том берегу. Бля, там юспик был, а у меня только 7 патронов в этой шляпе. Как я так не взял? Бля. А, еще одна, бери патронов, чтобы делать. О, неплохо. Это че, блядь? Это он ударился обо что-то или это по мне выстрелили, я не понял. Алло. Сижу дома, взять тюшки нельзя. Возьми юспика что-то. Далеко надо идти. Давай я тебя оставлю, пока даже не спиздили мне. Иду за юспиком, а то обидно будет. Так здесь зона. А, да. Ага, хуй-то, а мне есть. Думал, спиздили уже. Ну я его спиздили, если никто не подходил. А хуй там. Тут же 4 патрона. Что за шляпа? Ты иди. Где я там кинул эту? А где я? А, все нашел. Уже обосрался. Да, уже опять спиздили. Там на маяке кто-то есть. Да, это понятно. А этот внизу, это походу этот, блядь. Фаллический символ из этой из вылез по-любому. Да, вон он прямо, да. Один, значит, под берегом и один. Или они оба в этой херне. Вон он. Упал вниз под мост. Вот метку, здесь. Метку, туда метку, за мост. Туда за мост упал. Был на мосту, спрыгнул вниз туда.
не вижу. Пока что. А, он играется с этой хуйней, я понял. Чувак, ты пизда. И чё, и чё, и... Ну, нет. Это просто наш выбор, сын. Говно. Он дропнает, чё вы там? Сейчас я буду этого встречать. А, чувак, ну он пизда, на хуй ты прячешься. Чё, кто тебя пиздит? Ну, никто. Там закроют сейчас, да? Да. Жаль, закрыла, всё. Блять, ну мутня еда. Там вроде помешнуло. Вроде бы, да, кто-то. Кто-то. Да-да-да, вон к нему дроники. А, да. Ну и эта хуйня на берегу. Вот пусть выходят, у нас плетка и муха. Я понимаю. Пусть выходят, плетка и муха. Зона на берегу. Мне бы еще порошок, а, блядь. Сколько у вас там? Там продается? Штука, да. Можно взять. Вон бегает. И... Вот тут где? Бегает. За коробкой. Задел. А, сука, он с дроном играется. А куда он его может нести? К себе туда? А сам где тогда? Я понял, да, молодец. Я долго понял, он играть патрон, не да. будет. Если вот там взлом уже нет. Давай, давай, давай. Где ты выйдешь? Он на берегу. Да. Второго видел? Да, там же. One enemy remaining. Заебись. Доигрались, придурки конченые. Он взял парашют и прыгунки. Интересно, зачем, бля? Пока ты через всю карту его нес. С мухи 75, да? А он меня не видит. Меня не видит. Ой, молодец.